Наша жизнь – это своеобразный рынок. Кто-то вкладывает средства в развитие своих способностей и в новые впечатления. Кто-то платит за знания, а затем получает дивиденды. А есть люди, которые оплачивают свою смерть. Медленно, будто в кредит покупая сигареты, алкоголь и наркотики. А за что готов платить ты? Выбор за тобой.